Ну, в общем, все остались довольны. Ну что, пойдем попаримся, что ли? А вы что сидите? Пошли. Давай. Ты деньгами не богат? Что, опять проигрался? Угу. Не я. Лошадь. Андрюш, ты же умный человек. Интеллигент. Ага. Один из лучших институтов окончил. Давай. До сих пор не можешь сообразить, что ставить надо не на лошадь, а на того, кто на ней сидит. Ну да. Только на меня никто не ставит. Хотя мой шеф и говорит, что я светила. Будущего. Ну, светить-то ты хочешь сегодня? Да, сегодня. И деньги получать тоже сегодня. Угу. Устал, отдохнуть хочу. На море? Не, под Москвой. Пансионат Марфина. Присоединяйся. Идея заманчивая. Надо подумать. Ты подумай. Кто это? Андрей Камнев. Вы с ним знакомы? Паримся вместе, а баня, как известно, сближает. У Камнева работа мирового класса. Об электро... В вихревых течениях после ее практического применения человечеству будут подвластны и смерчи, и ураганы. Да, он этой идеей еще с института бредил. Нам стало известно, что трое ученых, с которыми Камнев водил дружбу, выехали за кордон. Двое подали документы на выезд, но остальные, в том числе и Камнев, размышляют, стоит ли игра свеч. Догадываетесь, зачем вы мне нужны? Я в вашем распоряжении. Ну вот и отлично. В отпуске давно не были? Года два. Подмосковье вас устроит? Вполне. Как я понимаю, я должен быть рядом с Камневым. Абсолютно верно. Он мне как раз предлагал составить ему компанию. А мы как раз случайно об этом узнали. Значит, на него должен кто-то выйти, так? Точно. Как добрался? Без происшествий. Угу. Ну, как дела? Пока нормально. Две партии товара отправили Ферги. А цена? Приличная. Почему пока? Русские требуют, чтобы контрольный пакет акций принадлежал им. 51%? Так обстоит дело на сегодня. А когда они выплатят деньги за оборудование, потребуют 60. Где остановимся? Националь. Как гостиница? Жить можно. Деньги приготовил? Приготовил. Потребуется еще, зайдешь ко мне в офис. Да, у меня к тебе еще будет одна просьба, Том. Помоги мне разыскать одну даму. Кто такая? Новиков Зинаида Павловна. Год рождения, то ли 47-й, то ли 48-й. Окей. Андрей, а ты не хочешь начать новую жизнь? Более яркую, блестящую, а? Не иронизируй. Ты же прекрасно знаешь, что я никогда не хотел стать режиссером, журналистом, артистом. Я выбрал себе самую прозаическую профессию. Инженер. Ну, ты не просто инженер. Ты ученый. Если ты прикладник, у тебя есть шансик прорваться. А если ты занимаешься фундаментальной наукой, то твое дело дрянь. А ты фундаменталист. Угу. К сожалению. Я занимаюсь электровихревыми течениями. Я выдвинул гипотезу, которая позволила расшифровать самое таинственное явление в природе. Смерч. А мне вместо благодарности кукиш. Говорят, занимайтесь, товарищ Камнев, тем, что нужно обществу сегодня. Вот так, понятно? Слушай, пойдем перед обедом в бассейн, искупаемся. Ты знаешь, мне сейчас утопиться охота. А, пожалуйста.
Григорий Степанович? Да. Да-да. Здравствуйте. Ирина Павловна передает вам привет. Я приехал из Молдавии. А перевод она получила? Да-да, получила. Я очень благодарна вам за помощь. Вы в каком номере остановились? 547. Гостиница «Националь». Сегодня вечером, примерно часов в 9, к вам придет моя племянница. Можно? Да-да. Здрасте. Здравствуйте. Я от Григория Степановича. Очень приятно, садитесь. Выпить не хотите? Можно. Вино? Да. А где в данный момент Камнев? В Марфино, под Москвой. А что он там делает? Отдыхает в пансионате. И долго он там будет отдыхать? 24 рабочих дня. Вот вам фотографии. Мне нужен паспорт. Завтра в это же время. Все? Вы не хотели бы остаться на ночь? Ну, если есть желание, нет проблем. Вас как зовут? Инна. Желание есть. Мне нужны две путевки в Марфино. На ваше имя? На твое и на мое. А что я там должна буду делать? Укреплять здоровье. Сама-то замужем? Нет. А что так? Любила одного, его посадили. И много дали? 7. Не дождалась. Его в лагере убили. За что? Не знаю, наверное, много знал. Стало быть, теперь ты одна. Одна и береза в поле не растет. Стой в угол. Ставлю 2-1. Шалаев выиграет. Мастер не в форме. 11-й в левой дальней.
Да, девятку еще забить надо. Девятый в середину. Все? Сдаюсь. Партия. Партия. Расплатишься натурой. Приглашаю на шашлыки. А вы чем занимаетесь? Угадайте. Пытаться не буду. В наше время футболиста от инженера не отличишь. Отличишь. Инженер 300, а футболист 600, если не больше заколачивает. А вы сколько? 45. Студент? Студент. И в деньгах счастье? Деньги счастья не дают, налейте. Да при чем тут счастье? Деньги — это независимость. От кого ж ты зависишь? От ситуации. Отгремели шторма роковые, повредив паруса корабля. Что же стало с тобою, Россия, горемычная наша земля? Что же стало с тобою, Россия, горемычная наша земля? Все, что было покрыто золою, все попито и нечего жрать. И какому царю или герою и загонять тебя снова спасать? И какому царю или герою и загонять тебя снова спасать? Гениально! Ребят, а я купаться хочу. Здесь чудный бассейн. Бассейн уже закрыт. А для нас откроют. А я плавки забыл. А мы так, в чем мама родила? А вы, говорят, наукой занимаетесь. Крест я на ней поставил. Пойду в кооператив. Там хоть деньги буду большие зашибать. Вы, как и этот студент, считаете, что деньги — это независимость, да? А разве это не так? А вы не хотели бы заниматься одновременно наукой и получать хорошие деньги? Хм, это что, предложение? Нет, вопрос любопытного человека. Вам меня не понять. Мне нужно признание. Ну, почему не понять? Я прекрасно понимаю. А если понимаете, не задавайте дурацких вопросов. Извините, я не думал, что этот разговор вам будет неприятен. Он мне просто надоел. Может, неприличный? Нет, не надо. Так у меня есть шампанское, кто желает? Я. Я замерзла и желаю шампанского. А вы? А мы воздержимся. Может, чайку? А меня вы не хотите пригласить на шампанское? У меня его нет. Ну, тогда на чай. Ниночка, я в некотором роде мужчина. А мне и нужен мужчина. А как же Никита? А с Никитой мы друзья. Тогда другое дело. Прошу. Здравствуй, Том. Привет. Ты мою просьбу выполнил? Насчет Новиковой. Все окей. Записывай. Валентиновка. Сейчас, секундочку. Угу. Валентиновка, улица Пошенной, дом 6. Угу. Скажи, что ты по рекомендации кооператива «Лотос». Все? Спасибо. Когда появишься? Завтра. До встречи. О, Никита Петрович. Здравствуй. Здравствуй. Далеко ли собрался? Домой. Что так? Так, не вписываюсь я в вашу компанию, да и дел в Москве по горло. Но в Москве-то увидимся. Да, я ведь, собственно, за этим и пришел. Телефона у меня нет, так что оставь свои координаты. При надобности позвоню, надоедать не буду. Хорошо. Я очень рад, что
познакомился с тобой. Звони. Угу. А Инна тоже уезжает? Да, она внизу стоит. Ну что ж, пойду попрощаюсь. Я думаю, не стоит. Там ее муж, таксист. Муж? Она славная девочка. Да. Передай привет. Ну, счастливо. Пока. Привет. Здравствуй. Скучал? Безумно. Куда едем? В Валентиновку. Всего доброго. Пока. Он к тебе приставал? Он не по этому делу. А по какому? Если тебя сильно волнует, спроси у Григория Степановича. Спрошу, я у него когда-нибудь за все спрошу. Вот и спроси, а теперь успокойся, а то на сосну налетишь. Есть тут кто живой? Вы ко мне? Да, если вы Зинаида Павловна, то я к вам. Зинаида Павловна. Очень приятно. Шалаев Никита Петрович. Я к вам по рекомендации кооператива «Лотос». Они мне сказали, что вы сдаете дачу. Две комнаты. Устраивает. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Мне нравится. Вы один или с женой? Один. Москвич? Москвич. С женой разошелся. Пожалуйста. Благодарю. Скажите, у вас телефон есть? Дача со всеми удобствами. Угу. Телефон, газ, паровое отопление. Даже печка есть. При желании можно истопить. Печка – это хорошо. Это прекрасно. Да, сколько я должен платить? 100 рублей в месяц. Я заплачу сразу за 3. Да хоть за 5. Успеется. Когда я могу переехать? Да хоть сейчас. Хорошо. В таком случае сегодня мы с вами устраиваем новоселье. Не возражаете? Не возражаю. Договорились. Сейчас мне надо ехать. Вы уж не извините. Простите, я могу взглянуть на ваш паспорт? Да-да, пожалуйста.
Я вам кого-то напоминаю? Очень странно. Тут ваши общие с Камневым знакомые, мы их проверили, все вне подозрений. Надеюсь, ты всех помнишь? Да. Кудрявцев, филолог. Бердяева обожает. Кротов, физик. Хобби попугаи. Гостев, капитан дальнего плавания. Матершинник, свет таких не видывал. Андрей Камнев, студент. Мы вместе отдыхали. А этого типа я не знаю. Кто такой? А ты на обратной стороне посмотри. Шалаев? Никита Петрович? Это не он. Уверен? Голову даю на отсечение. У Шалаева полгода назад в электричке украли портфель вместе с паспортом. Вероятно, им и воспользовались. Так что попали мы, как говорится, в самую точку. Ну и где же его искать будем? Он же ведь раньше меня уехал. Ну, он раньше тебе и приехал. Мы даже знаем, где он теперь живет. Ну, вообще, какое он на тебя впечатление произвел? Самое благоприятное. Вежлив, скромен, держится с достоинством. Хороший собеседник, слушать умеет. Одевается со вкусом, но не броско. Ну что? Понял теперь, как должен выглядеть разведчик? А то у тебя иногда на физиономии написано, где ты служишь, чем занимаешься. Андрей Петрович! Здорово. Что-то давно вас не было видно. Где пропадали? Рыбу ловил. А? Кто бежит в первом заезде? Машка. Машка захромала. Остался Мавр. А во втором? Ну, Ювенал в хорошей форме. Да. Жучок? Конюх, бывший. Но лошадок знает. Давай. Смотри. А, видел! Видел! Видел. А во втором ты на кого поставил? На Ювенала. Шестой номер. Подвел меня жучок. Выиграл, проиграл. Это жизнь, старик. Жизнь. А ты видел когда-нибудь простого советского безработного? Живьем нет. Смотри, Камнев Андрей Петрович, кандидат математических наук. Все-таки решил уйти? Решил. Обидно, но другого выхода у меня нет. Есть. Какой? Пойдем к Пиросмане, там поговорим. Вот твой друг и объявился. Кто он на самом деле, выяснили? Работник советско-американского предприятия по изготовлению и сбыту мебели. Полное имя Алекс Фред Келли. Так, в гостинице он проживает под именем Алекс Фред Келли, а по Союзу путешествует как Шалаев Никита Петрович. Ну, стало быть, у него связи есть, паспорт-то ему не с неба упал. Где вы его зафиксировали? В магазине радиотовар. И продавщица, как я понимаю, Кошелева. Ну что ж, вот мы зацепились. Тут прослеживается четкая связь. Алекс Кошелева, парикмахер Камнев. Так, а это что за тип? Водитель 8-го таксопарка Кошелев Борис Иванович. Муж ему. Понятно. Разрешите? Что, знакомый? Знаю я его. Но это не Кошелев. Это Кузин. Вадим Анатольевич Кузин. Проходил по делу Крайникова. А чем он промышлял? Вор-рецидивист,
В общей сложности получил пятерку, но по амнистии вышел. Ты его лично знаешь? Его отметина. Парикмахер для нас темная лошадка. Алекс кто такой? Шпион? Он скажет, что и слова такого не знает. С какой миссией приехал в Советский Союз? По делам фирмы. Зачем встречался с Камневым? Он и скрывать не будет. Игра-то идет в открытую. Саш, ну так что придется тебе засветиться. Попасть в поле зрения Кузина. Точно. Слушай, а где та девочка, с которой ты отдыхал в Марфино? Инна? Угу. Понравилась. Азартная девка. Она сейчас вся в делах, в заботах. Получила приглашение из Америки, оформляет отъезд. Ты смотри, у нее еще голова работает. Да, кстати, а ты не хотел бы поехать в Штаты? Каким образом? У меня есть дивная американка. Могу познакомить. Ты сам-то где работаешь? Фирма «Катюш». Совместное предприятие. Изготовление и продажи мебели. Ты что, американец? Да. Русского происхождения. А встретился со мной случайно? А ты как думаешь? А предложение сделал? Видишь ли, у нас американцев все намного проще. Мы делаем то, что нам выгодно. Хотите заработать на мне деньги? Ну уж, это само собой. Я хочу дать возможность тебе поработать. Каким образом? Моей жены есть дальний родственник, профессор Крипс. Слышал о таком? Его весь мир знает. Ученый мир. Как мне показалось, вы могли бы найти с ним общий язык. Надо подумать. Твое здоровье. Спасибо. Ну и какие условия у этого Крипса? 100 тысяч долларов в год. Квартира, машина и лаборатория с полным штатом. Так, ну это дивная американка. Кто она? Она действительно дивная. Работает у нас переводчицей в нашей фирме. И мечтает выйти замуж? Ну, скажи, какая женщина не мечтает выйти замуж? Сколько ей лет? 27. Мы с ней завтра собирались поужинать. Если будет возможность, приходи. Куда? Пока еще не решил. Я думаю, здесь пирос маним. Мне нравится, как тут готовят. На завтра столик можно заказать? На двоих? На троих. Время? Часов 8 вечера. Сделайте все красиво, с нами будет дама. Не беспокойтесь, у пиросмани умеют встречать гостей. Привет, Елен. Откуда? Где ты на сей раз пропадал? Тебя это очень интересует? Конечно. В следующий раз пропадем вместе. А где Том? Поехал в аэропорт встречать немцев. А ты, значит, скучаешь? На работе скучать некогда. Ты ко мне или по делам? По делам, это значит тебе. Ты все-таки мастер говорить гадости. Прости, Леночка, прости. Ты прекрасная женщина. Я знаю. Ну ладно, выкладывай свою очередную гадость. Это не гадость, а деловое предложение. Посмотрим. Леночка, в тебя влюбился очень молодой, симпатичный парень. Ты что, за мной следишь? Твои любовники меня не интересуют. Продолжай. Этот парень талантливый ученый, зовут его Андрей Камнев. Камнев? От слова камень? Да. Что я должна делать? Ты должна выйти за него замуж и везти в Штаты. Партия выгодная, но если тебе не понравится его характер, ты свободна. Я всегда свободна. Но если ему не понравится твой характер, дай ему возможность жить так, как он захочет. Все расходы я беру на себя. Подожди. Давай договоримся так. Если он действительно приятный и милый парень, то мне твои деньги не нужны. Так. Спать за деньги с любимым я не собираюсь. Но если он дерьмо, угу. Ты меня понял? Понял. Ты умница. Я заплачу тебе столько, сколько ты захочешь. Привет. Привет, Алекс. Встретил? Все окей.
видеть автора этой картины. Оля! А! Тут к тебе. Добрый день. Вы хотели меня видеть? Да. Я вас слушаю. Я бы хотел купить эту картину. Эта картина не продается, извините. Жаль. Очень грамотно написано. С точки зрения летчика. Боевого летчика. Простите, а почему она вас так заинтересовала? Я был там. В Египте? Да. Вам кто-нибудь помогал? Ну, в общем, идея моя. А детали подсказал товарищ брата. Какого фамилия? Виктор Гордеев. А где он сейчас? Кто? Гордеев. Он болен. Простите, а вы что, знакомы с ним? Да. Мы воевали вместе в Египте. А что с ним случилось? Он пил много. А теперь лежит в ЛТП. Да? А его навестить можно? Конечно. Это на ЗИЛе. Простите. Может быть, вы моего брата знали? Он погиб там. Зоров его фамилия. Олег Зоров. Нет. Встречаться не приходилось. Может быть, слышали? Да-да, слышал. Извините. Спасибо вам за память. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш третий столик. Прошу. А этот булыжник? Камнев? Да. Он знает, зачем ты нас знакомишь? Знает. И как он на это среагировал? Примерно так, как и ты. Если достойная женщина, значит, можно. А если нет, вам налево, мне направо и до свидания. Интересно. А вот, кстати, и он. Извините, я немного опоздал. Знакомьтесь, это Андрей Камнев, а это Елена Гудвин. Это вам. Спасибо. Очень рад с вами познакомиться. Я тоже. У меня такое чувство, что я с вами очень давно знаком. У меня тоже. Извините, я вас оставлю ненадолго.
Кто это за тип с тобой разговаривал? Знакомый. А ты никак ревнуешь? Что ему нужно? Предохранитель для телевизора. Вчера их не было, он сегодня приперся. Купил? Купил. Ты. Предохранитель. Не предохранитель ему нужен. А что? Чего ты бесишься? С левой ноги встал? Да меня сейчас пассажир не достал. Вот и вмазал бы ему, а то моду взял на меня орать. Ну ладно, все. Буду в 9. Гордеев. Виктор. Витя. А он там смотрел. Извините. Олег? Да. Ты? Я. Ты же покойник. Мы же тебя похоронили. Я живой, Витя. Мы же тебя похоронили. Живой. Ты покойник. Выбрался, Витя. С того света выбрался. Как же ты меня нашел-то? Сестра сказала. А, единственный человек. Единственный, кто меня на плаву держит. Да если бы не она, я бы... Меня ведь тоже сбили. Как сбили? Тебя-то натурально, меня. Вон, видишь, во что превратился. Как же так? Ты же орденоносец. Да какой там нахрен орденоносец? Я же орден-то вместе с партбилетом прямо им в рожу бросил. На кому бросил-то? Говори толком. Олег, мы ж тебя похоронили. Слушай, погоди. Я сейчас бегаю и предупрежу, что свалю. И мы с тобой в одно место сгоняем. А тебя отпустят? Отпустят, отпускают по субботам, воскресеньям. Ну, тех, кто план перевыполняет и не нарушает режим нашего лечебного заведения. Ну, давай, а я пока машину поймаю. Зачем меня сюда привел? Сейчас увидишь. Вот, смотри. Бог ты мой. Как же так, Витя? Как это вам удалось? Ну как? Просто. Поехали к батюшке. Ну, заплатили, конечно. Осветил он землице мешочек, что я оттуда привез. И похоронили. Ольга очень хотела, чтобы могилка у тебя была. Помянуть не хочешь? Давай. Ну, давай. Мне того прежнего действительно уже нет. Нет, ты сам. Мне же нельзя. Я же алкоголик. Совсем не пьешь. Ну, он 3 месяца назад сорвался, вот, загремел в ЛТП, а ну теперь все. Все, все. Я Ольге слово дал. А почему Ольге? Она жена мне. Давай. Вперед.
Рассказывай, Витя. Все рассказывай. А что рассказывать-то? Все проще. Пареной репы. За что вы получили орден? За боевые действия в Египте. В Египте? Каким образом вы туда попали? В трюме сухогруза Георгий Чичерин. Я и еще две эскадрильи. Находился в Египте с марта 70-го по ноябрь 71-го. А здесь написано, что вы проходили службу в своей воинской части. Вы запросите штаб ВВС, они вам скажут, где находилась наша воинская часть. Запрашивал. Они сообщили, что ваши документы в полном порядке. А им я обязан верить. Понятно. Значит, с работой, с квартирой вы мне не поможете. Гордеев, вы ушли из армии. Я попал под сокращение. Да. Но перед этим положили на стол партбилет. Тогда вот что. Забери эту побрякушку и запомни, полковник. Если я еще когда-нибудь в кого-нибудь стану стрелять, так это в тех, кто послал меня в Египет. Я вас туда не посылал. А ты в порядке? В порядке. Ты же в плен попал? Да, попал. Издевались? Да как тебе сказать? Два раза костлявая обнимала. А в общем, отнеслись по-божески. Потом что? Потом прошел тестирование, стал работать. На кого? Американцы дали политическое убежище. Понятно. А Ольга в курсе? Да она меня даже не узнала. Когда я уходил, ей было всего 10 лет. Тебе куда? Не тебе, а вам. Домой. Григорий Степанович, влипли. Опять шутишь? Крепко влипли. Короче, можно? Я вместе с вами сгорел. Даже дым не остался. Я говорю, короче. Ну что ж, можно и короче. Я заехал за Инной сегодня, а она с ментом ляс сточит. Ну и что? А этот мент в свое время оформлял мне командировку сроком 5 лет. А я тут при чем? Мент сделал вид, что не узнал меня. Отсюда вывод. Не я ему нужен, а вы. Где-то вы крепко наследили, Григорий Степанович. Как фамилия твоего крестного? Родин. Родин, Родин. Как он выглядит? Можешь обрисовать? Я эту суку на всю жизнь запомню. Вот и обрисуй. Кому? Клиенту. У меня деньги кончились. Возьми. Сколько? Кусок. Маловато, можно сказать, жизнью рискую. Остановись здесь. Я 200 метров. Пройдусь. Подышу кислородом. У вас 1.90 рубля.
Есть что-нибудь интересное? Есть, Михаил Иванович. Парикмахер Григорий Степанович Логинов родился в Ленинграде в 1923 году. В армию призвали в 41-м. Подорший попал в плен, бежал, перешел фронт. Далее следы теряются. Ваше мнение? Человек без родственников, без привязанностей. Как-то подозрительно. Мы не имеем права подозревать. Нам нужны только факты. Факты дают право получить санкцию на проверку тех или иных людей. У вас есть факты? А неужели Камнев пустой номер? Пока вне подозрений. Значит, вне подозрений. А подозревать мы не имеем права. Так? Так. А, ты что, борзел, что ли? Тихо. Ой. А теперь отвечай на мой вопрос и не вздумай врать. Кто тебя послал? Парикмахер. Зачем? Ой. Родина, вам известна эта фамилия? Ой. Кто такой? Из органов. Дальше. Очень интересуется делами парикмахера. А я-то тут при чем? Мы думали... Но плохо думали. Передай этому своему парикмахеру, если еще раз сунет нос в мои дела, пусть заказывает место на кладбище. Понял? Как не понять. А теперь мотай отсюда. Добрый вечер, Зинаида Павловна. Добрый, добрый. А где это вы все время пропадаете? Я вас совсем не вижу. А это хорошо или плохо? А я волнуюсь. Никит Петрович. Да? Вы что, спекулянт? С чего это вы взяли? А что все это значит? В магазинах полки пустые, а тут икра черная, икра красная, крабы, осетрина. Что это? Где вы все это взяли? В магазине «Березка». У меня там знакомая девушка работает. А, девушка. А по какому случаю праздник? Вы что, уезжать собираетесь? Нет. Мне у вас нравится. Я знаю. Вы печку любите топить. Да? Да. Печка горит, а вы сидите тихий, задумчивый, улыбаетесь чему-то. У вас улыбка хорошая. Странно. Мне никогда раньше не приходилось этим заниматься. А вы мне так и не сказали, по какому случаю гуляю? А у меня день рождения сегодня. Неправда. Я ваш паспорт смотрела. У вас день рождения в декабре. Зинаида Павловна, вам бы в контрразведке работать. Извините, я не хотел вас обидеть. А я не обиделась. У меня действительно два дня рождения. Один по паспорту, а другой. Я ведь летчик, летал раньше и разбился. 6 месяцев провалялся в больнице. Спасибо врачам, вытащили с того света. С тех пор этот день я считаю вторым рождением. Господи, страсти какие. Ну, а что же мы одни? Что же вы друзей своих не пригласили? Девушку из гастронома, Березка. У вас не роман? Роман. Только не с ней, а с вами. Как это понять? Вы мне очень нравитесь, Зинаида Павловна. Очень. Ну, вы мне тоже нравитесь. Ну, как это вы сказали? Это же не повод, чтобы это назвать... А?
Вы не беспокойтесь. Мое отношение к вам будет зависеть от вашего отношения ко мне. А я не беспокоюсь. А у вас родители живы? Нет. Что же вы, совсем один? Сестра есть. Давно не виделись? Давно. Так сложились обстоятельства. Жизнь разбросала. За вас. Нет. За вас. У вас сегодня день рождения. Извините. Алло. Добрый. Вас. Меня? Минутку. Я слушаю. Это Гордей. Кто это говорит? Ну, Виктор, неужели не узнал? Вить, я ж твой голос первый раз по телефону слышу. Как ты? На воле. Досрочно выпустили? Приезжай, все объясню. Приезжай. А где Ольга? В магазин побежала. Зачем? Ну, в общем, я ей все рассказал. Приезжай, бери тачку и приезжай. Она ждет тебя. Он все рассказал сестре. Все. Зин, я тебе все объясню. Все. До города довезешь? Сколько? Три цены. Садись. И я сама, Витя. Да хрен ее знает, где она тут, эта валерьянка. Давай вот это, слушай, Оль, давай вон, рвани 50 грамм. Что, дурек, что ли? Витенька! Ну, рвани 50 грамм, полегчай. Да, я вот. Родненький, ну вот, правильно. Как Оль, я сейчас, ну, боже мой. Иди лучше сделай что-нибудь закусить, иди сделай что-нибудь закусить, видишь, человек выпить хочет. Пошли, пошли, пошли. Слушай, что у вас случилось? Я тебя заложил, Олег. Как? Ну как, вот так, вот так. Так получилось. Ну, случайно, конечно. Я тогда, ну тогда, когда вернулся в свой санаторий, ко мне тип один подходит, ты, говорит, Гордеев, с кем сейчас говорил? А я как будто под балдой, не соображаю ни хрена. Ну, как таблеток наелся, что ли? Не знаю. Я ему и говорю, с другом, говорю, вместе воевали. И все? Ну, с другом, говорю, вместе воевали, понимаешь? Успокойся, не хотел ведь. Я, Олег. Не так обращай получилось. Внимания. Я, они, ну, давно уже меня вычислили. Да ты что? А что ж теперь будет? Да ничего не будет. Если б я был им нужен, они бы меня уже взяли. Ну, конечно, вот. А я, понимаешь, ну... Да ладно. Фу ты. Ну, что сидим, раздевайся. Слушай, а ты... Ты Витю Югунова помнишь? Лабуха-то? Лабуха. Он тебе, знаешь, какие чины вышел? Комдив, командир дивизии. Да ты что? Ну, может быть, с ним посоветоваться? По поводу чего? Ну, по поводу тебя, что делать?
Да нет ведь, что мне делать, это я должен решить сам. Почему же сам? Мы же теперь вместе, вместе решать будем. Правда ведь, Олежка? Вместе? Ну, вместе так вместе. Что ты предлагаешь? Ну, что я предлагаю? Ну, во-первых... Во-первых, выпить за встречу. И во-вторых, тоже. Давай, давай. Ты что, ты что, ты что? Ты куда вообще? О, тут рюмки. О. Ну, держи тогда рюмки. Ну, даешь. Нужно что? До встречи давайте. Давай, сестренка. Будь здоров ведь. Давай. Давай, поухаживай за братом. Сейчас. Ты мне только говори, что тебе положить, да? Клади, чего есть, еще спрашивает, не в Америке. Олежка, это будешь? Ведь давай накладывай картошечку. Знаете, что я думаю? Я думаю, что нам теперь надо вместе держаться. А? Вот мы с Витькой к тебе в гости приедем. Хочешь? Чего? А чего? Он нам вызов сделает, а мы приедем. Тебе полечиться нужно ведь. Там у вас специалист, а у нас тут что? Вообще, честное слово. А потом персональную выставку мне сделаем. А? Извини меня, Олег. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, пишите нас за другом, какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел ас. И если у них истребителей много, пусть пишут хранители нас. Хранить это дело почетное тоже, удачу нести на крыле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Саш, мне необходимо с тобой поговорить. Когда? Сейчас. Разговор короткий, 5 минут. Где? У первопечатника Федорова. 9:30 устраивает? Вполне. Ну, до встречи. Здравствуй. Здравствуй. Саша, когда мы отдыхали у Марфина, ты мне сказал, если потребуется помощь, звони. Вот я и позвонил. Чем могу быть полезен? Устрой мне встречу с твоим начальством. А ты знаешь, где я работаю? Да, знаю. Товарищ полковник, разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Егоров Михаил Иванович. Зоров Олег Дмитриевич. Садитесь. Благодарю. Олег Дмитриевич, чему вы улыбаетесь? Поверите ли, впервые за 20 лет вслух произнес свое имя. А чужих имен много? 3. Последнее? Алекс Фред Келли. Да разрешите?
А, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Вы только поймите меня правильно, я пришел к вам не потому, что запутался. Я пришел... В общем, в двух словах это не объяснишь. И вообще трудно объяснить. Получается этакая душещипательная картинка. Может быть, кого-нибудь она и тронула, а вы, разведчики, вам нужны факты. Вы правы, правы. Нам нужны факты. Олег Дмитриевич. Логинов Григорий Степанович. Парикмахер. Давно обосновался в Советском Союзе у нас? Не знаю, но думаю, что давно. Ну а конкретно, чем он занимался? Какое задание выполнял? Есть люди, которых центр держит для оказания всякого рода услуг. Вы приходите к ним, называете свой пароль, они оказывают вам помощь. Иногда их не тревожат годами, а в общем их называют якорями. Понятно, понятно. Вы в плен сдались добровольно? Я был без сознания. Очнулся на больничной койке. А в разведку каким образом попали? Тогда у меня не было выбора. Ну, выбор всегда есть. Или-или. Если бы я вернулся в Союз, меня бы судил военный трибунал. Ко мне вас, Елена Гудвин, вы познакомили? Да, я. Зачем? Михаил Иванович, вы это все прекрасно сами знаете. Ну что ж, в таком случае у меня к вам вопросов больше нет. До свидания. Вы меня не арестуете? А за что? За то, что вы проживаете под чужим паспортом. Кстати, он у вас с собой? Да. Разрешите? Парикмахер сработал? Парикмахер. Да вы садитесь, садитесь. Угу. Где мне вас найти, если вы мне понадобитесь? Я бы хотел остаться на родине. Ко мне, к вам, вы к нам. Неравноценный обмен, Олег Дмитриевич. Камнев уехал бы и без моей помощи. Но, тем не менее, вы помогли сделать ему этот опрометчивый шаг. Почему вы считаете этот шаг опрометчивым? Наука принадлежит всему человечеству. Камневу дадут лабораторию, деньги на исследования. Олег Дмитриевич, вы только откровенно. Да. Что для вас означает понятие «родина»? Ну, предположим, место, где я родился, вырос. Все это ерунда. Родина – это общество, в котором живешь, за которое болеешь и переживаешь. И бросать родину в тяжелый для нее момент – преступление. Мать никогда не бросит больного ребенка, так же, как и сын не бросит занемогшую мать. Скажите, а чем сын может помочь своей матери, погибнув на чужой земле, защищая неизвестно чьи интересы? Я говорю не только о той войне, которую пережил сам. И вообще иногда, уехав, сын может помочь своей матери гораздо ощутимее, нежели здесь, находясь не у дел, зарывая в земле свой талант. Ну, тут я кое в чем с вами согласен. Олег Дмитриевич, да? А вы не хотели бы нам помочь? Чем? Ну, вы же разведчик. У вас есть ко мне конкретное предложение? Да, есть. Дайте мне подумать хотя бы дня два. Да хоть три. Видел его? Видел. Ну и что? По-моему, ваш Алекс и Родин из одной шайки. Садись. Почему так решил? Знает он его. Сразу насторожился, как я назвал ему фамилию Родин. А вам просил передать, чтобы заказывали себе место на кладбище, если еще раз сунетесь в его дела. Ну, что будем делать? Что делать, что делать? Убрать надо эту падаль. Убрать и бежать отсюда к чертовой матери. Я опять на мокрое не пойду.
Пойдешь, тебе ничего не остается. Тебе вышку только за одно знакомство со мной дадут. 50 кусков. 50, так 50. Только сделай все чисто, без шума и пыли. А потом мотай в Тулу и жди меня на вокзале, понял? Ну а в Тулу-то почему? Там что, милиция одноглазая? Своя, болван, поехали. И не откладывай, как бы клиенты не замели. Кто же тебе приглашение прислал? Хватит, сейчас Вадим придет. А я ее в командировку отправил. Куда? В Рязань. Ты в Америку, а он в Рязань. Это мое личное дело, отстань. Да, подожди, что... Вы очень спешите? Очень. Дел по горло. А я не очень. А. Хватит. Может, теперь долларом берешь? Парикмахер вчера закрыл счет в банке, взял билет на поезд до Тулы и отправился к Кошелевой. Ушел от нее в 12 часу. А утром от Кошелевой поступило заявление в 26-е отделение милиции о том, что ее обокрали. Интересно. А что у нее украли? Украли 4 золотых кольца, 2 серебряных с алмазами по 2 карата каждая, 3 нитки жемчуга, янтарный бус. Это парикмахер? Да. Она так и сказала, что это мог сделать только один человек, Логинов Григорий Степанович. Зашевелились пауки. Интересно, а зачем ему в Тулу-то, а? Что-то затевают. Кузин ведь тоже туда собирается. Первый слушает. Докладывает второй. Похоже, Кузин направился в гости к Алексу. Да меня ваши предположения не интересуют. Нужны только факты, ясно? Ясно. Давай. Продолжай наблюдение. А где сейчас парикмахер? Чемоданы собирает. У него через 3 часа поезд. Берите его и прямо ко мне. Есть. Ты веришь Алексу? Верю. Кузин к нему поехал. Зачем? Мне кажется, сегодня должна наступить развязка. А мы должны ее предотвратить. Ты что же, опасаешься за жизнь Алекса? Да. Напрасно, он ведь профессионал, себя в обиду не даст. А вот Кузин сильно рискует. Ему уже нечего терять. Ну, а Алексу есть что терять? Он давно все потерял. А как же ваше предложение? Веди себя хорошо. Ты откуда? Ой, какая прелесть. Он будет охранять наш дом. Мой дом. Наш дом. Мой дом. Наш. Это что? Предложение? Вы
выходи за меня замуж. Страшно. Я обещал тебе все рассказать. Кто ты? Зоров. Олег. Олег. Где ты был? Я искал тебя. Долго. Что вы от меня хотите? Правды. Хорошо. Но боюсь, что она покажется вам гнилой и горькой, как сгнившее яблоко. Ничего, проглочу. В 41-м по Дорфе я попал в плен. Бежал. Но ваш особый отдел не поверил. И для профилактики влепил мне десятку. Десятку. Потом повезли в лагеря. Поезд разбомбили. Опять бежал. Но уже теперь к немцам. Другой дороги у меня не было. Дальше? Разведшкола, заброска к партизанам, потом в тыл. Фамилию сменили? Естественно. Был Павлов, стал Логинов. После войны решил лечь на дно. Надоело ходить по старью ножа. Но меня опять нашли. Пригрозили разоблачением. Пришлось работать. На кого? А я и сам не знаю. А зачем поехали в Тулу? Там у меня дача. Хорошая? 20 соток. Кто за ней следит? Садовник, повар. Тоже уголовники? Самые надежные люди. Вы все сказали? Разрешите, товарищ полковник. Спасать торопишься? Что у тебя за жалость такая к преступным элементам? Он не преступник. С Петровкой согласовали? Да. Значит, группа захвата готова. Кузина постарайтесь взять живым. Ну, давай, Саш, дерзай, дерзай. Спасибо. Эй,
шпион. Просыпайся, родственников проспишь. Ты знаешь, на меня напало такое спокойствие. Ты знаешь, что это такое? Знаю. Осторожно. Ты мне платье помнешь. Да. Я хочу твою сестру встретить при полном параде. Волнуешься? Волнуюсь. Я за тебя волнуюсь. Олег, а тебя не убьют? Кто? Какая разница, те или эти? А нет, все будет хорошо. Для американцев слишком мелкая сошка. А наши во мне заинтересованы. Да и вообще в мире столько всего, всяких изменений. Я так устала терять. Гнать бы мне тебя отсюда поганой метлой. Да, видно, судьба такая, ждать да дрожать. Приехали. Я сейчас. Теперь уже не выкрупкаться. Ты чего? Ты чего, Олег? Погоди сливать керосин. Ты чего? Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелк. Мы Бога попросим, спешите нас с другом, какой-нибудь ангельский полк. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтоб выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Пусть вечно мой друг защищает.